знакомство с Яной началось у меня с подкастов. На самом деле это совершенно случайно произошло. И так забавно, потому что буквально там за день до того, как я все-таки зашла в ВКонтакте и увидела эту запись, я для себя в очередной раз решила, что все, вот я делаю перерыв, я ничего не буду читать, я ничего не буду слушать, потому что некая накопилась усталость, какая-то даже вот ментальная, что постоянно вот этот мой поиск, он меня куда-то заводит, я начинаю много думать, искать какие-то вот пути, варианты, то есть мне все время какой-то этот зов есть. И так случилось, что я искала, по-моему, или сказку ребенку, или что-то подобное, то есть цели не было какой-то такой. И мне эта запись именно подкастов, да, вот этой группы была рекомендована, так как один из моих друзей просто слушал и состоит, видно, в группе. Я почему-то сразу же заинтересовалась, зашла, и так как это был уже вечер, я решила послушать, и уже дальше не могла остановиться. Я зашла, послушала то, что было там, видела, что это такие вот какие-то земные, понятные люди для меня. И ну, возникло доверие. Ну, какой-то вот внутренний такой импульс был. Я не стала его сильно анализировать, но это было здорово. Поэтому я до сих пор благодарна Габриэлю, который слушал эти подкасты. То название «Изнанка просветления» и в подкастах, и в словах, которые пишет Яна, и в том, что она говорит, и голос сам. Ну, все это как пазлы собралось. То есть я даже не стала домысливать, да, слишком много. Мне было очень любопытно, у меня появился интерес. То есть это было даже и на фоне чувств, да? То есть это не только «О, как интересно, сейчас я это послушаю», а это именно переживание, узнавание изнутри и удивление. Вот что еще меня зацепило, это удивление, которое я переживаю. Вот оно как. А, точно, это же так. И я сразу слушала и наблюдала за собой, что там цепляет, что происходит. Потому что до этого у меня был уже большой опыт, да, и психологии, и различных поисков. Поэтому я вдруг что-то почувствовала. У меня всегда этот поиск был понять себя, осознать, а почему это так вообще, что происходит. И каждый раз что-то я находила, мне казалось, да, прочитала там книгу философскую, психологическую, там курс взяла, еще что-то. Мне казалось, что вот-вот-вот-вот, я уже, я здесь, я сейчас, мне что-то откроется такое. Я там, у меня будет какая-то картинка. И тут я натыкаюсь на ваш подкаст, по-моему, «Ментальная печенька» или что-то такое было. Про то, что мы всегда что-то вот хотим чего-то достичь, каких-то там. А что будет, когда ты, да, вот просветлеешь? Что случится? Какая ты будешь? Ты будешь ходить по воде, там, не знаю, летать. И вдруг я вот когда себе этот вопрос задала: стоп, а ты чего ищешь вообще, да? Чего ты хочешь там? Это гордыня, ты хочешь возвыситься над другими, да, ты хочешь понимать, что они ничего не знают об этом мире, а я. То есть вот это вот правдивый взгляд на себя, ну, такой вот разоблачающий, скажем так. Нет, не знала я себя. Я сейчас приоткрылась благодаря вот этому водительству и вопросам, и супер искусным заданиям Яны. Я начала прикасаться к этому. И я Яне не уставала говорить о том, что как вы это делаете, как вы делаете эти задания. Настолько, ну, ты можешь все это прожить и пройти этот путь, но передать человеку, даже не то, что передать, потому что рассказывая, все равно человек понимает же по-другому, да, он там через призму своих уже каких-то моментов все это понимает. Здесь же настолько вот эта вот пошаговость и задания, они как маленького-маленького ребенка, вот он учится ходить, он сначала там ползает, у него крепнет спина, потом он начинает пытаться держаться, ходить. Вот так я думаю, что и со мной это происходит сейчас. Вот эти вот задания, вопросы, которые сначала просто сносят голову, думаешь, как вообще? То есть это другой уровень, то, что происходило в этом практике. Даже сама идея о том, что это возможно спросить, да, у себя, уже она внутреннюю силу, да, какую-то дает. То есть я могу это спросить у себя, я могу это почувствовать. А вот так можно, можно шагнуть вот в сторону. Не знаю, что нужно сделать, чтобы самостоятельно к этому прийти. Потому что человек уже там, он знает причем, что нужно спросить, чтобы у тебя запустился, да, вот процесс. Поэтому я всегда восхищаюсь каждый раз, когда какое-то задание я вижу, потом я его выполняю, и возникает вот это ощущение восхищения. Как вот это сделать, да? То есть вот я себя просто на место это ставлю, думаю, а как это вообще происходит? Вот как же это может быть? Просто супер на самом деле. Конечно, вот аналогов нет, поэтому я говорю, вот самостоятельно невозможно. Было ли в моем опыте подобное?
книге, в телефонном разговоре, да, с Яной. Тоже такая вот очень классная вещь, когда ты можешь в разговоре с ней это почувствовать. Мы когда разговаривали, чуть-чуть начинаешь, даже вот еще не уловила я сама, что я уже ушла в мысли, да, или там отвлеклась немножко. А Яна уже останавливается и говорит: вы сейчас отвлеклись. Я каждый раз говорю: Яна, ну вот как вы слышите, да, что я отвлеклась? Яна очень быстро считывает. Сразу понятно, что чувствительность вот эта вот, она на очень высоком уровне. И Яна знает, какую историю рассказать, чтобы что-то у тебя включилось, да, чтобы что-то почувствовал. Как-то поддержать, потому что у меня было сопротивление большое. И Яна не стала там мне говорить: ну, Катя, надо вот, пытайтесь делать там, прослушайте то-то. То есть не было таких вот инструкций. Яна просто сказала: ну, да, так может быть. Да, там еще какие-то такие важные слова, и сама теплота в ее голосе, оно вдруг включает другие процессы. А всего лишь было Яной там сказано какие-то простые слова. И вдруг тут же включается процесс: как не делать? Да я буду, конечно, делать. Нет, не встречала, и нет даже мысли, что я сейчас еще что-то поищу, вот посмотрю еще что-то. Нет, здесь Яна дает настолько такие бесценные ключи. И каждый раз, прослушивая подкаст, потом сделала паузу, почувствовала что-то, еще раз послушала, и только маленькая часть там я чувствую, что приоткрывается, и у меня раз инсайт. Вот оно. Настолько это там много всего. Ну, вот эти вот ключики, эти моменты, эти знания, ну, это подарок на самом деле. Я читала, что многие об этом говорят в отзывах, что это подарок какой-то, вот самое важное событие в моей жизни. Не знаю, чем я заслужила, но это, правда, очень интересный процесс. До сих пор каждый раз я удивляюсь. Это такой интересный процесс. Аналогов точно нет, и их не хочется даже искать. То есть, мне кажется, это то, что надо. Я могу сказать, что я находилась в каком-то таком состоянии, которое меня немножко вот преследует несколько лет. Это такое на грани депрессивности. А еще это смешалось с каким-то, вот, мне кажется, возрастным вот таким вот моментом, что идет переоценка ценностей. И кажется, что смысла нет в работе, которую я делаю. То есть какой-то постоянный поиск смысла, постоянное перемалывание внутри. Он очень мешает жить, на самом деле, этот момент. И я не могла, кстати, заставить себя заниматься спортом вообще. Вот это, кстати, изменилось. И изменилось то, как я сейчас, качество жизни, как я взаимодействую с собой, родными. Очень сильно поменялось. И вот вдруг, делая одно из заданий, я поняла, насколько оно наполняет. И я хочу сказать, что вот эти вот задания, они дали внимание мне, то есть моей сути. Соответственно, эта суть, она начала как-то вот насыщаться, да, пробуждаться, проявляться. И вот это вот основное, что поменялось. То есть стало меньше шелухи. Более того, я эту шелуху стала видеть. Стало больше себя, больше сути. Яна, она очень мягко, но в то же самое время она считывает суть, знает, куда вести человека. И в то же самое время я чувствую, что рука, она твердая. То есть, да, Яна очень мягко говорит, очень уважительно. Все прям вот, ну, в точку, но еще чувствуется, вот, что важно, что Яна знает, она говорит то, что есть, не придумано ничего. И если это делать самостоятельно, то не будет такого результата, и очень большая вероятность того, что можно в дебри куда-то уйти. Потому что у меня были моменты, когда я, во-первых, ходила не туда, во-вторых, сопротивление, обесценивание. Очень легко все обесценить, легко вернуться к каким-то умствованиям. Я такой вот просветленный, я выше вас, вы ничего не знаете, а я тут уже просветлела. Вот этот вот момент я очень часто встречаю в людях. Они сами этого не замечают, но это есть. Что я знаю больше, чем ты. У Яны этого нет вообще. Казалось бы, да, человек чувствуется, что много знает. Нет этого? Нет. Это удивительно. В группе «Изнанка просветления» выложена сейчас была часть водительства, и я ее прослушала уже раз 10, еще, наверное, раз 100 прослушаю, потому что там какое-то чудо происходит. Идите, смотрите дальше, изучайте, честно делать задания. Потому что эти задания, они приоткрывают вот эти вот механизмы, как все внутри работает. Но это же интересно. Что еще может быть интереснее, как у меня вот это все работает? Яне большое спасибо за то, что она это делает. Большое спасибо за то, что она помогает, за то, как она помогает. Она много очень отдает.
Яна этим делится. Делится очень открыто. За это большое спасибо. За уважение, за вот эту вот честность, за правдивость и за включенность в нас, во всех, то есть на меня в частности. Здорово, что эта глубина открывается, здорово, что есть эта возможность у нас, потому что есть Яна, она говорит по-русски. Большое спасибо за большое сердце. Яна — это всегда теплота, это всегда включенность. Ты понимаешь, что сомнений быть не может. Спасибо — это смелость идти по этому пути, делиться этой информацией. Это тоже нужна определенная смелость.